Любите, любите и радуйтесь солнцу, что каждое утро вам светит в оконце. Что было плохого, пусть будет забыто, души ваши дверь всегда будет открыта. На сцене первой Одинцовской библиотеки детский театральный коллектив «Рампа-рампусики». В основном его составе 8-10 человек от 6 до 16 лет. Ребята не впервые и с удовольствием выступают перед здешней публикой. Помимо того, что выступаем на праздниках, поем песни, танцуем, рассказываем стихи, у нас литературно-музыкальные композиции, мы еще и показываем сказки. У нас замечательная сказка «Сапоги-сапожки». Вот. С успехом прошла эта сказка, всем очень понравилось. Помимо юных артистов, в программе чтение стихов поэтами литературного объединения «Парнас», выступление хора ветеранов из Немчиновки и ансамбля «Бабочки-бабеночки». А годы летят, наши годы, как птицы летят, и некогда нам оглянуться назад. У нас тут Кузнецов Валерий Илларионович, баянист, он будет играть до концерта, после концерта сопровождать. Это создает такую праздничную атмосферу, и для людей это заряд бодрости. Так что это вместо таблеток, я вам точно говорю. Зрители с удовольствием подпевали артистам знакомые песни, а потом даже пустились в пляс. Среди танцоров оказалась и Надежда Михайловна. Она с детства любит танцевать, поэтому не могла усидеть на месте. Вот это вот мероприятие для пожилых, и встречи, мы встречаемся, и тут молодежь очень приятно. Они нам поднимают настроение, мы чувствуем себя намного моложе. Наталья Гончарова, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».